дорогие друзья из Солнечной Алании. Мы продолжаем вас знакомить с магазинами, где продаются качественные товары по очень приемлемым ценам. И сегодня мы проведем обзор по магазину «Назлы Текстиль», где продаются полотенца, постельное белье, халаты для детей, для взрослых, а также халаты и пижамы больших размеров. Этот магазин находится прямо на пятничном рынке на автовокзале. Если вы приезжаете из какого-либо из близлежащих районов Алании, то вы приезжаете на автовокзал. И я сейчас стою спиной к автобусам, и прямо напротив меня находится магазин. Давайте пройдем внутрь и посмотрим цены, ассортимент, потому что я уверена, цены и ассортимент в этом магазине вас очень-очень порадуют. Здравствуйте. Здравствуйте. Хош келдиниз. Хош булдук. Как ваши дела? Хорошо. Хорошо. Иим, тешеккюр эдерим. Тешеккюр. Назлы ханым, владелица магазина, и в этом магазине также говорят по-русски. Рамиль Бей работает в этом магазине уже около 2 лет, и сейчас Рамиль Бей покажет нам ассортимент магазина, цены, качество, в общем, все самое интересное узнаем у него. Что продается в вашем магазине? У нас в магазине домашние текстили, почти что все есть, постели, полотенца, нижние, ночнушки, пижамы. Все есть, да. Халаты я халаты, видела. Да. Халаты есть. Пляжные полотенца, пляжные домашние есть, полотенца. Детские халаты есть. И самое главное, что стоит отметить в начале, то, что есть пижамы больших размеров. Есть. Начинается от XL до 8XL. До 8XL. Да. Ну, давайте тогда подробнее посмотрим. Сначала полотенце. Хорошо. Это пляжные полотенца. Пляжные. Вот это дома, и пляж можешь пользоваться и хорошего качества. 100% хлопок. 100% хлопок. Да. Алания, Турция написано, и рассветка, разные рассветки есть. Uh-huh. Такой еще, это 70 на 40, 140. Есть еще вот такой 50 на 90 листовой. И в какую они цену эти полотенца? Это 30 лир. 30 лир, а маленькая? 20 лир. Маленькая, и есть 20 вот такой. Алания, Турция написано. Это одна сторона, в эту сторону махровый, вторая сторона велюровый, вот такой. Велюровая. Uh-huh. Метр на 1,70 м размера, вот это. Стоит 45 лир такое полотенце, да? И цвета тоже разные цветы есть. Еще в магазине «Назлы Текстиль» большой выбор халатов. Например, есть вот такие вот легкие халаты, можно сказать, летние, различных цветов. Рамиль Бей, в какую цену эти халаты? Это стоимость всего 60 лир. Стоимость 60 лир. И вот есть, я вижу, у вас более теплые халаты. Теплые халаты вот такие есть. Например, вот это я возьму, посмотрю. Угу. Это солк. Тоже разных, да, цветов. Это все знают, солк. Это уже такие зимние, да? Зимние варианты? Вариант. Вот такой солк. И в какую цену 8. Такой халат? Тоже 60. Тоже 60 лир. Угу. Цвета разные цвета есть. Размеры. А есть еще вот такие молодежные, спортивные, много хотят, такой капюшон длинный. С капюшоном. Они похожи на боксерские. Да, да. Вот такой. Вот эти вот очень классные. В какую цену вот эти халаты? Это 130 лир. 130 после лир. После тоже вытираться не надо. Вот мокрой угу. Внутри сразу воду впитывает. А верхний вот так велюровый качество. Велюровый. И есть серый, да? Да, серый. Серый и синий. Все это. По скидкам? Да. По 6 долларов, ну, по 5 долларов, это 30 лир, грубо говоря. Здесь есть и ночнушки. Ночнушки есть, пижамы есть. Пижамы есть и какие-то футболки. Да. Шаловары есть. Шаловары. Это вот большие размеры. Вот большие размеры. Это ночнушки, да, больших размеров. Да. Ага. И все по 5 долларов. 30 лир. Есть еще вот такой вафельный покрывал. 100%. Вафельный покрывал 100% хлопок, да? 100% хлопок. Ага. Это... Какой они цену и какой это размер? Это 160 на 230, полуторка, это 50 лир. 50 лир. А 200 на 230, вот такой двухспальный, разноцветный тоже. Двухспальные разные, да, цвета тоже 55 лир. 55 лир. Ага. Есть у вас еще вот такие вот более теплые варианты? Да, это более теплые и очень нежные. Кстати, развернусь, можно. Они прям такие пушистые, да? Да. Очень, очень приятные на ощупь. Ой, да, они очень приятные на ощупь. Такой более зимний вариант. Да, да. В какую цену вот эти покрывают? 70 лир. И рассветка разница. 70 лир, да. И тоже есть полуторка есть.
полуторка и большие размеры. Полуторка 150 на 220, и да, большие размеры 200 на 220 сантиметров. Есть вот такого вот плана покрывала. Да. Лапки называются маха. Махровые. Да. И в какой вот эти вот цены? Это 40 лир. Эти стоят 40 лир. Размер 160 на 215 да, сантиметров. И двуспальные 200 на 215. 200 на 215. Есть еще вот такие бамбуковые. Бамбуковые. Тоже вафельный бамбук, да. Антибактериальный, органик, краска не линяет и не сядет. Антибактериальный, органический, да, интересно. И как, в какую они цену? Двухспальные есть, двухспальные 90 лир. Двухспальные 90 лир. Тоже есть различные цвета. Да, 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 расфика разные, разные цвета есть. Совершенно. Еще такое платье есть. Это можно на пляж пользоваться, можно вот так. Обычный. Это натуральный? Натуральный помог. Хлопок? Да, натуральный помог и этот... Ручная работа, вот это все ручное. Ткань ручной, да, ручная, да, работа. И мягче, качество, очень хорошее качество. И тоже подойдет тоже, на любой, да, размер, да, да, да? Они такие свободные. И да, сколько стоят на любой такие размер накидки? Это 50 лир. 50 лир. Да. Угу. И есть разные цвета. Да, да. Очень и красивые. Краска не линяет или не сядет. Не линяет и не сядет. Это все Марипоза фирма. Ночнушки фирмы Марипоза. А до каких размеров идут вот эти вот ночнушки? У них самый большой размер XL, 2XL. А есть совсем открытые, есть, да, с рукавами длинные. Есть этот еще короткий. Совсем коротенький. Да. И с шортами есть, да? С шортом. Комплект есть еще. У них самый большой размер 5XL, 6XL. 5XL. Сколько стоит вот такая? Это тоже вот. 90. Вот такой размер от XL. Стоимость 90 лир. Угу. И потом, если когда большие размеры, 100-120 лир. Это так. Ага, то есть чем больше размер, да, тем, да, цена больше. Это тач фирма, постельное белье, у них это все знают. Марка это, еще у него есть полотенце, халаты, все есть вот это, из этой фирмы. Полотенце, халаты, постельное белье, очень качественная, качество, очень супер, качественная хорошая, продукция. Да. И самое главное, здесь краска не пользуется, без краски органик все. А, окрашивают ткань не синтетическими красками, а органическими красками. Поэтому можно сказать, что это 100% прям органическая, да? Прям 100% органическая продукция. Есть еще вот такой хороший детский халат. Здесь тоже внутри махровый. Махровый. Верхний вот такой велюровый. И на девушке есть, на мальчике есть. На девочку. Вот с такими капюшончиками красиво. В какой цену вот эти халатики? Это 50 лир. 50 лир, да. И начинается... Начинается годик до 15 лет. Вот это тач фирма, постельный белье, детский, полуторка размер. Постельный, ага. Да, и можно также качество смотреть. С мультяшками? Да. Это у нас Маша и Медведь. Угу. Полуторные. Качество у него Renforce. Renforce. Да, тоже цвет не меняет, не сядет, не остается. И в какую оно цену? 215 лир все. 215 лир. И здесь есть выбор и для мальчиков, да, и для девочек с машинками, с Микки Маусами, для более маленьких детей, да, для это постарших. Да, это совсем для, да, новорожденных. И, кстати, это, вот это очень красивый. Метр на метр 50 размер. Метр на метр 50, ага. Тоже для совсем маленьких. 100% хлопок. Вот такого вот плана. 100% хлопок. И в какую цену эти 105 наборы? 105 лир. 105 лир. И есть и для девочек, и для мальчиков. И тоже для мальчиков. Тоже, да, вот для девочек и для мальчиков. Еще есть вот такой органик, тоже тач фирма, детский. Органические наборы, да, такого нежного цвета, тоже с мультяшками. Они в какую цену? Это 150 лир. 150 лир. Есть еще вот такой натуральный турецкий гобелен, это национальные все бывают. Гобелены, и их используют как покрывало тоже, да? Да, как покрывало можешь пользоваться, и на диван можно, на кресло можно пользоваться. На диван, такой, на кресло, да. Ага. И они есть у вас совершенно разных цветов. Да. Разные видов... цвета, разных размеров, разных, ага, видов есть. Очень красивые вот эти вот, потому что здесь прямо изображены, да, традиционные турецкие узоры, тюльпаны и различные вот такие вот узоры. Ну и, конечно же, вот этот цвет очень любим русскими. Он, да, будет напоминать цвет и моря. И очень хорошо продается такой цвет. Да, он напоминает цвет моря аланийского, да, бирюзового. Ну а кто любит такие более спокойные цвета? Есть бордовый, да, коричневые цвета. Даже вот такой вот темно-синий.
Очень красиво. И в какую цену такие покрывала? Вот такие начинаются от 100 лир. От 100 лир. Тоже в зависимости от размера, да? Да, от размера зависит и от качества зависит. Угу. Очень красиво. А максимальный какой размер большой? 170 на 240. 170 самый на 240. Например, это вот это, 170, да? На 240. 170 на 240. Это на траву 100% бамбуковое полотенце 70 на 140 размера. Бамбуковые полотенца. Да. И воду очень хорошо. А чем отличается бамбук от хлопка? Бамбук антибактериал бывает и воду хорошо впитывает, и долго можешь пользоваться. Это когда стираешь, вообще ворот пушистый бывает. А, то есть когда его постираешь, он становится, да, еще пушистее и приятнее. Бывает, ага. Да, и 100%. 100% натуральный, антибактериальный, видите, да. Бамбук антибактериальный. Значит. И здесь тоже очень много цветов, яркий желтый цвет тоже будет напоминать всегда аланью, и зеленый цвет, и более такие спокойные, нежные цвета. Ну, очень красиво. И вот эти вот полотенчики. 50 на 90 лицевой. 50 на 90, а вот эти в какую цену? Тоже бамбук. Да. Это 15 лир. Эти 15 лир. Да. А это 30 лир. А большие 30 лир. Фирма вот эта, Özdilek фирма, у них размеры 200 на 220. Фирма Özdilek, фланелевое белье на зиму. Да, зимнее. И зимнее, да. И у вас на самом деле очень много цветов. Да. Например, есть вот такие вот яркие цвета и более такие спокойные зимние тона. Это два пододеяльника, тоже через фирму. Наборы с двумя пододеяльниками. Фирма Подедельник 160 на 220, два штука. Просто 240, 260, это под матрасник. Заправляешь, выгодно бывает. Хороший бывает. 70 на 70, 50 на 70, 4 наволочки. Два пододеяльника, 4 наволочки и одна огромная простыня. Представляете? И очень большой выбор различных цветов. Да? Это все с двумя пододеяльниками. Очень красивые цвета. Еще тач есть, вот такой тач фирма тоже есть. Фирмы... Фирма тач чуть подороже, да? Не, одинаково. Одинаково? Да, одинаково. Тоже два пододеяльника. Два пододеяльника. Здесь выходит 4 наволочки, но там 50, здесь 50 на 74 наволочки. А из этих фирма, first choice фирма, здесь 2,70 на 70, 2,50 на 70. 2,50 на 70. Это тоже два пододеяльника. Вот такие. Тоже фирма тач, два, да, пододеяльника, такие более спокойные цвета, да, серый и такие более или менее спокойные цвета. Но очень, на самом деле, несмотря на то, что он серый, да, он такой очень оригинальный, вот с таким вот принтом интересным. И здесь тоже два пододеяльника. Два пододеяльника, 4 наволочки. 4 наволочки. Здесь сатеновый, first choice фирма. First choice фирма, Cotton Satin. Organic. Угу. У них тоже вот расстояние меняет, и не сядет, я одну ночь покажу вам. Здесь выходит наборы простынь, пододеяльник и 4 наволочки. Наволочка вот такой бывает 70, 50 на 70. Угу. 50 на 70. Да. И 70 на 70 наволочка. 70 на 70. Органик, краска не меняет. После стирки как. И здесь один пододеяльник, да? Да, один и пододеяльник. И в какую он евро цену размер, сатиновый? Это 200 на 220 евро размер. Это стоимость 350 лир. 350 да. лир. И тоже есть разные цвета, да? Разные вот такой цвета, вот светлый. Да, узоры вот такие. Сейчас это модно животный принт. Да. И кто хочет себе в спальне вот такой вот интересный яркий комплект, это у нас фирма какая? Тач фирма. Тоже фирма это сатен. Touch. Это тот самый сатен, который first choice фирмы я показал, евро размера. Это два пододеяльника, которые вот входят в состав 160 на 220, два штук. Просим 240 на 260, 70 на 70, 50 на 70, 4 наволочки есть. Uh-huh. Тоже органик, краска не меняет и не сядет. Uh-huh. И в какую он цену? 500 лир. 500 есть еще лир. Вот такой размер. 160 на 220, полуторный спальник. 180 на 240, просим. 70 на 70, 50 на 70, два подушки здесь. Угу. То есть, что здесь фильм? Это 250 лир. 250 лир. И тоже большое количество, да, да, разных цветов. Да. Сатиновые. А если жаккард, вот так много спрашивают, сейчас модный жаккард. Вот. Здесь жаккард тоже написано, да, жаккард, угу, сатин. Тоже фирма вот эта, First Choice фирма. Выбитые, угу, узоры бывают у них вот такой. Жаккардовый, да, с выбитым узором. Такой. И в какую цену органик такой тоже набор? Это 550 лир. 550 лир. И здесь один пододеяльник, один, да? Пододеяльник, евро размер. Один вот пододеяльник, евро размер. Вес на 220, угу, простынь 240 на 260, угу, 50 на 70, 50 на 70, 4 наволочки. 4 наволочки. И цвета тоже, конечно. Разного цвета выбрали. Также вы мне говорили, что вот эти вот платки пользуются большим спросом. Да, да, это много спрашивают. Из вискозы. Да, из вискозы, да. Это тоника спрашивают много сейчас. Какую они цену? 20 лир.
20 лир. И тоже есть такие вот с геометрическими узорами, а есть вот такие вот прям классические, с классической расцветкой, есть вот с цветами. Это покрывало, которое зима и лето можешь пользоваться. Угу. Вот такое оно. Покрывало и одновременно пододеяльник. Да. Это летом можешь пользоваться, а зимой тоже можно вот здесь одеяло вставить. А зимой можно вставить одеяло? Да. Вот отсюда одеяло можешь вставить. И зимой будешь пользоваться. И зимой пользоваться. Матрос 100% хлопок. 100%. Здесь еще и бывает простынь и наволочка. И две наволочки. 50 на 70. Очень, кстати, удобный набор. И в какую цену такие наборы? Это 250 лир. 250 лир. И тоже есть разные цвета, яркие и такие более спокойные. Более спокойные. На чушке пижамы есть вот такие более-менее хорошие модели. У них этот... Марипоза, фирма Organic Pambuk. Марипоза, это турецкая фирма, да? Да, известная фирма. И в какую цену ночнушки? Всего лишь $15. Сделать за это 90 лир. От 90 лир? Да, начинается вот. Антибактериал Organic. Марипоза, фирма Бамбук. А, то есть они все бамбуковые, да? Да, здесь по-русски написан состав. Угу. Чем он отличается? Обладает мягкостью ткань, изготовленная из бамбука, натуральная. Ага. И они есть. Цены начинаются от 90 лир. И большие размеры до 5XL, 8XL можно. Большие размеры до 8XL. Да. Ага. Есть вот такие вот более летние, есть различные варианты. Да, такой есть набор даже есть, наборы с халатиком, набор с шортами. Ага. Очень красивые. И они все из бамбука, да? Да, все из бамбука. Это называется Rampus, тоже First Choice фирма. First Choice фирма. Да, то есть там, которую я показал, сатин. А сейчас этот, First Choice фирма. Тоже у них полуторкный есть, двуспальный есть и два пододеяльника есть. Это двуспальный евроразмер, 200 на 220. 240, 260, простынь 70 на 70, 50 на 70. Угу. И вот на эти наборы какие цены? На полутораспальный? Полуторно-спальный 200 лир, двуспальный 250. 250, а с двумя пододеялками? С двумя пододеялками 270 лир. 270. Это обычный плохо. И тоже можно вот даже показывать. 30 градусов, если стиральная машина будет использоваться, нормально. 2-3 года будет использоваться. Угу. И качество очень хорошее. Не сядет, тоже не линяет. Натуральное турецкое производство вот эта фирма. И сколько стоит это? Полуторка стоит 120 лир, двуспальный евро размер, который 200 на 220, они стоимость 150 лир. И с двумя пододеяльниками? И двумя пододеяльниками 200-220 лир. И еще здесь есть очень интересные наборы, которые светятся в темноте. При свете вот такой вот красивый сердечковый набор, а если выключить свет, то в темноте фосфор светится. В какую цену вот этот сердечковый набор? Это 350 лир, Rampus качество. Если у него еще вот такой сатиновый, той же самой фирмы, есть Rampus, есть сатин. Это 475 лир, который сатиновый стоит. Тема Стамбула? Тоже фосфор, да. Ага, тема Стамбула. И Стамбул, и Париж есть. И Парижа. Очень интересные, оригинальные. И раньше я такие еще не встречала. Это в этом году сделано. Это новый, да? Да, новый набор. Есть вот такой еще сатин. Тач фирма. Сатиновый. Сатин, 100% сатин. Вот этот. Двуспальный есть, полуторка есть. В какую цену вот эти наборы? Двуспальный стоит 350 лир. 350 лир. Да. А полуторка 270-250. Такой однотонный. Однотонный. Да. Это тоже First Choice фирма, тач фирма. Угу. Вот такие. Это с одним пододеяльником, да? Да, один пододеяльник, евроразмер. Ага. И они в какую цену? 350 лир. 350 лир. А вот эти вот? Это то же самое, 350 лир. 350 лир. Вот размеров вот здесь, 200 на 200. Угу. Это большие размеры. Вот, когда, у кого этот кровать большой, 240 на 220. Это. У кого большие это матрасы? Это набор. Да. Вот да. Так здесь выходит покрывал. Постельное белье, наволочка, простынь, все в комплекте. Угу. И они вот в какую цену? Это 400 лир. 400 набор. Лир. Хлопок это. Хлопковый. Да. Ага. Это хлопок. Özdelek фирма есть. И есть вот такой тач. Фирма тач. Да. Угу. Здесь тоже входит набор. И вот сейчас покажу вам. Вот наборы показывают. Вот 200, 220 на 240
покрывал. Mm-hmm. 200 на 220 простынь, это постельное белье. И простынь 240 на 260. Mm-hmm. И мабочка 4 штук 50 на 70. Mm-hmm. То есть очень удобно, можно купить такой набор, и все будет сочетаться. Да. Всего лишь 450 лир, вот здесь все рассветки есть. Mm-hmm. И все будет прям сочетаться, yeah. И не нужно будет думать о том, какое подобрать постельное белье, покрывал и так далее. И это сейчас тоже модный. Вот такой бамбуковый. Угу. Это просто укрывать, настелить, и укрываться можно, и настелить можно на кровать. Здесь угу. тоже под покрывало. А, покрывало. Да, два наволочки и простыня. Две наволочки, и простыня. Ага. И в какую цену такой набор? 300 лир. 300 лир. Натуральный бамбук, натуральный. Да, это? Натуральный. Еще есть вот такой одеяло. Сейчас это модный бамбуковый вот. Напишем, Наталья, могу показать вам. Одеяло бамбуковое. Угу, это такое... зима-лето пользуешь. Зимой и летом. И зимой и летом можно пользоваться. Да. Вот на этой стороне зимний ага. бамбук. С другой стороны, а другая вот сторона летняя. Это зимолетняя называется. Угу. И в какую цену такое одеяло? Это 250 лир. И какой у него размер? Размер 215 на 220. Ага, двухспальный. Ага. Еще есть вот такой 50 на 70 подушка, который кондиционер называется. Вот здесь круговой. Вот подушка-кондиционер, да. Которая дышит, да? Дышит, да, который дышит, когда жарко вот, у кого-то. Дома угу. кондиционер. И по кругу здесь да. выполнена круговой вот такая сеточка. Такой кондиционер сеточка. Угу. И сколько она стоит, такая дышит. Подушка? Вот это 140 лир. А наполнитель у нее какой? Наполнитель синтифон. Синтифон. И ал есть. Угу. А, тоже которая дышит, да? Да, да. Ага, тоже с этим самым. С кондиционером. Да. Угу. Вот такой, с края круговой, вот такой. По кругу? Да, по кругу. Да. Вот ну, у кого дома жарко бывает, это дышит. Дышит, да. Ага. Здорово. Ну и, конечно же, если вы захотите купить в Турции и отвезти к себе домой, вы это все упаковываете да, в вакуумную упаковку, и вот эти вот большие товары, они займут у вас очень мало места в вашем багаже. Вот так цвета вот разные цветы. Разные тоже, цвета. Да. Ага, и они такие оригинальные. Ага. Размер 240 на 260. 240. Да, еще 3 подушки вот так. 40 на 41 и 2 50 на 70. И в какую цену такой набор? 400 лир. 400 лир. Да. Очень красиво. Оригинал. Выбытые узоры. Сейчас такой модный. Ага. И цвета вот разные. Спасибо большое, Рабиль Бей, за то, что провел такую подробную экскурсию по магазину текстиля. Ну и, конечно же, приглашайте всех в магазин. Всем Турции приглашаем. И просим, не переживайтесь, мы добрый человек. И добрая скидка, хорошая скидка будем сделать. Все довольны станут от нас. Да, поэтому приходите обязательно в магазин Назлы Текстиль. Здесь классный выбор. И очень-очень хороший. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился обзор этого магазина, ассортимент и цены. И знаете, что самое главное, я хочу вам сказать, в этом магазине говорят по-русски, поэтому приходите и будете чувствовать себя как дома. Ну и, конечно же, я с вами прощаюсь и приглашаю вас в солнечную Аланию, в Турцию и в магазин Назлы Текстиль. Всем всего хорошего, пока!